Силы афганской армии предпринимают попытки выбить талибов из захваченного ими района Сангин в провинции Гельмент. Сутками ранее было объявлено, что регион полностью перешел под контроль радикалов после нескольких дней кровопролитных боев. Военным не хватало имевшихся боеприпасов и поддержки с воздуха. Для решения проблемы понадобилось специальное совещание в Министерстве обороны. Бои в Сангине продолжаются, в этом нет никаких сомнений. Армия находится на своих позициях, подкрепление уже подошло, и у нас есть план дальнейших действий в этом районе. Чиновники также отрицают сообщения талибов о том, что полиция и органы местной власти в Сангине прекратили сопротивление. Параллельно с битвой за Сангин бои ведутся по всей провинции Гельмент, считающейся стратегически важной. Регион – одна из традиционных опор Талибана, центр по производству опиумного мака. Американские и британские войска долгие годы безуспешно пытались взять Гельмент под контроль.